Каждый месяц в поликлиниках Искитима под наблюдение врачей берется до 20 человек, у которых заболевания сердечно-сосудистой системы выявляются впервые. Сейчас на диспансерном наблюдении находится больше 6500 искитимцев. Повышенное кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное употребление овощей и фруктов, повышенный вес и малоподвижный образ жизни являются основными факторами риска возникновения проблем с сердцем. В их числе инфаркты и инсульты, ишемическая болезнь сердца, врожденный порок, ревмокардит и другие. К сожалению, часто диагноз выставляется уже после смерти человека при проведении судебно-медицинской экспертизы. Правильный рацион питания, регулярная физическая активность и воздержание от вредных привычек могут помочь в профилактике заболеваний системы кровообращения. А еще нужно контролировать кровяное давление, знать уровень сахара и липидов в крови. Следить за своим состоянием искитимцы должны сами регулярно проходить профосмотры.